фаршированные медальоны. Лук и сладкий перец нарежьте мелкими кубиками. Отварите картошку до полуготовности, затем натрите крупно. Также натрите брынзу и сыр. Обжарьте отдельно на растительном масле лук и сладкий перец. Соедините обжаренный лук с фаршем и скатайте крупные шарики. Гладкий стакан смажьте растительным маслом и сделайте небольшие углубления в фарше. Закрепите фарш вокруг стакана и обложите беконом. Затем выньте стакан и фаршируйте медальоны слоями – брынза, сладкий перец, картофель и твердый сыр. Запекайте в разогретой духовке при 180 градусах 30 минут.